На мероприятии студенты получили возможность обсудить вопросы о взаимодействии поколений с учеными, ветеранами комсомольских организаций, представителями Общественной молодежной палаты при Государственном совете Республики Татарстан и членами политических партий. Одной из главных тем для обсуждения стал вопрос, могут ли старшие и молодое поколение помочь друг другу. В ходе диалога был выявлен ряд проблем во взаимодействии поколений. Люди, родившиеся в разные десятилетия, по-разному воспринимают прошлое. Следующей выявленной проблемой стало различие в базе знаний. Также одной из проблем стал язык, поскольку каждое поколение говорит со своими особенностями. Круглый стол «Без прошлого нет будущего» призван разрешать подобные вопросы путем обсуждения между людьми разных возрастов. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.